Скандинавский интерьер или стиль хай-тек? Я точно хай-тек. Любимый спорт – футбол. Встречи онлайн или офлайн? Однозначно онлайн. Меня зовут Никос, я работаю в компании «Крона» уже 5 лет, коммерческий директор компании. Самое главное начало дня для нас – это улыбка. То есть мы начинаем с улыбки, с веселого настроения, потому что в продажах это очень важно. Как ты подал день, так он пойдет дальше. Каждый дает ритм, каждый подает свою энергию. Вот мы даем такой посыл людям, всем, кто работает у нас. Я первый даю этот посыл, конечно, а потом дальше подхватывает вся команда, и мы двигаемся к цели. То есть для нас продажа – это там жизнь, на самом деле. Ты идешь, работаешь с людьми, ты вникаешь в проблемы этих людей, ты находишь решение этим проблемам. Кто-то продает на юморе, кто-то продает на строгости, кто-то продает на необщении каком-то. Да, у каждого свое вырабатывается в процессе многих лет свое видение. Вот это вот как раз видение – это важно, это твое «я», и почему люди именно с тобой хотят работать, твоя индивидуальность. Высокие двери – это визитная карточка недвижимости, да, то есть приходный гардероб он должен быть, а не, без него никак. Там, спальня 9 квадратных метров – это не работает, там минимум 12-13 квадратных метров. То есть мы работаем уже с имеющимся материалом, мы понимаем, что хочет наш потребитель, мы под него делаем проекты. Для себя сначала должен человек решить, для чего он берет, сколько лет он будет находиться на Кипре, как часто он там будет выезжать, приезжать, будет ли эта недвижимость работать как для себя и как для дальнейшей сдачи в аренду, или это будет какая-то недвижимость на постоянное проживание. Предоставляют услуги не только риэлторские агентства, предоставляют услуги все частники определенно, кто занимается в этом направлении. Поэтому надо понять, с кем вы будете работать, чтобы этот человек мог бы услышать вас, дать правильную информацию, ведь у каждого свои потребности. Люди должны понять, четко услышать и из того и существующего, и небольшого существующего предложить то, что вам подойдет. В чем можно погореть, это купить, опять-таки, недвижимость без какого-то там документа. То есть, если застройщик построил недвижимость свое вовремя правильно, да, то есть тогда у тебя должен был выйти именно сертификат. Если он не выходит в течение там, 5 лет, 10 лет, то автоматом надо задуматься, а почему он не вышел. Значит, он и не выйдет. Как правильно оформить контракт, как правильно депонировать земельный реестр, получить справку депонирования. Надо понять, если там подается на ВНЖ человек, да, для получения каких-то документов по этой программе, надо знать все условия. Потому что можно прогореть на одном условии, ты будешь думать, что ты получишь вид на жительство, а по итогу у тебя это не получится, потому что там ты не по одному критерию не проходишь. Для меня очень классно, что мы имеем свою компанию строительную, я могу по любому это обратиться, узнать всю информацию о деталях каких-то строительных материалов и там изоляции и так далее, что дает большой плюс потом в дальнейшем продаже. То есть у нас это вот под рукой, мы подошли, спросили и нам все рассказали. Также у нас обстоит ситуация и с архитекторами. Они штатные, то есть мы с ними подходим, общаемся по всем вопросам, сразу принимаем решение, быстрое, да, то есть и быстро подаемся на получение каких-то лицензий. То есть вот это вот большая привилегия для меня, как для продавца, то есть это очень большой плюс.